Всем привет! Сегодня поговорим о довольно-таки шустреньком дистрибутивчике, специально предназначенном для стареньких компьютеров. Засекайте время. Вот 13 секунд, 15 нажал. Значит, вот ждем. Ну, вот, видели, да, что буквально за 10, там, за 15 секунд и дистрибутив нормально загрузился. Вот таким вот образом он выглядит. Основан он, значит, репозитории у него все практически идут из Debian. Вот такая симпатичная менюшка у него, значит, это самый вот менеджер настроек тут есть, сведения о системе там. Ну, практически абсолютно нормальная, как говорится, рабочая система. А плюс позволяет, как, насколько я понимаю, создавать свои собственные образы живые, флешки. И плюс создавать их даже, скажем так, с кладовочкой, то есть с сохранением изменений, которые вы на этой флешке будете делать. Вот таким вот образом выглядит этот шустрик. Меню под веб-браузер, пожалуйста, зацепился практически сразу же, сеть подцепилась, насколько мне помнится. Вот таким вот образом стоит стандартный браузер Mozilla, можете поставить там любой другой, который вам нравится, там Midori, там Google Chrome. Вот. Ну, дело в том, что вот обратили внимание, очень быстро грузится, и для многих это, скажем, имеет определенную роль. Особенно для компьютеров старых это уже какой-то выход. Интересная информация наблюдается вот здесь. Если завести вот такую вот Antix Linux в поиске, то, значит, пожалуйста, есть, значит, на английском, и тут вот скачать можно торренты для 32-битных версий, для 64-битных. Но видите, ATX 16, все то же самое на русском языке. Идем на торренты и получаем 13-ю версию. Конечно, как говорится, немножечко печально, но тем не менее, все, что вам нужно, это просто взять самый свеженький торрент и скачать вот отсюда для своей машины. А здесь полная ISO, здесь основа, тут ядро типа. Вот, качайте вот такой вот. Или качайте для 32-битных сборок вот такую вот. Фу, где словечко фу, то есть полная. Не столь большой размер, кончается быстро. Запускается образ, проверяется, значит, тоже очень быстро. Ну, а сейчас, значит, что я хочу сказать, значит, очень требования к оперативной памяти, скажем так, ну, очень маленькие, всего лишь требует 256 мегабайт оперативки, и этот шустрик уже будет у вас работать. Он будет работать, вон, написано, и на старых Pentium 3 компьютерах. Ну, то есть, вот, понимаете, есть вот у него специальное издание X-Phase. Ну, в общем, покопайтесь, посмотрите, плюс, значит, кто в английском не очень, вот, пожалуйста, на русском, ну, вот учитывайте только, что на английском тут посвежее, как бы, сведения. Ну, все равно основная информация, вот она вся. Тут вот они пишут даже для Pentium 2. Ну, посмотрите. А вот, кстати, далее 16-я версия, наконец-то. Вот текущая версия. Здесь, значит, видео об этом деле. Ну, покопайтесь. Это специальное издание для старых машин, скажем так, на которые и выбрасывать-то жалко. То есть они вам служили верой и правдой. Вы их содержали в нормальном рабочем состоянии.
Ну и зачем, как говорится, если вы там только там заскочить в интернет, там пару задач выполнить и все. А я же что сейчас постараюсь сделать? Я постараюсь записать все это дело на флешку. Выделю под это дело, ну давайте так, далеко бегать не будем. Вот я сейчас пойду в Gparted. И под это дело выделю-ка я немножечко пространства. Запишу на флешку и попробуем его прямо в флешке установить на жесткий диск. И результаты, значит, я вам покажу, если найду там какую-нибудь программу для записи экрана. Ну что, ну 20-30 гигабайт хватит. Да я могу и 50 дать. Собственно говоря, для меня это так. Ну давайте вот новый диск. Я помню, что 51200 это ровно 50 гигабайт. 51200. Назовем его Antix. Добавить. И вперед из песни. Ну, это вот у меня текущая, скажем так, конфигурация жесткого диска. То есть на первом разделе у меня стоит 17.2, затем десяточка винда стоит, которую я практически не используюсь, там иногда только пользуюсь программой Yumi. А swap файл, а на расширенном разделе, значит, у меня имеется, значит, домашняя папочка для 17.2, папочка для как диск D. Для винды, затем стоит Linux Mint 18 X-Face. И вот сейчас мы выделили пространство под Antix. Так что теперь, значит, остается что сделать, списать программу на флешку. Один секунд, я вам покажу. Ну вот я вставил флешку в гнездо, сейчас мы ее отформатируем. Флешка абсолютно маленькая, на 4 гигабайта. Парольчик сейчас заведем. Форматируется быстро все это дело. Вот уже все готово. И теперь возьмем вот этот образ. Вот у нас Antix 16. И вот создание загрузочного накопителя. Вот наш накопитель. Записать. И вперед из песни. Посмотрим свойства самого образа. Значит, образ 707 мегабайт, ну 708, скажем так. Вот практически и все. То есть дистрибутив таки, скажем, средних размеров, но дебиановские дистрибутивы, пакеты вы многие знаете, потому что их ставили. Я в многих своих видеоуроках показывал, как устанавливаются дебиановские пакеты. Они дружественны к Ubuntu, к Mint. Специальные программы-установщики для них есть. И в большинстве случаев они ставятся, как говорится, в лед. Вот. Хорошая система Debian. Поэтому давайте поисследуем, как она встанет на жесткий диск. И еще раз, конечно, повторяюсь, если там я найду какую-нибудь приличную программу для записи с экрана, то я сделаю короткое видео уже о том, как эта сборка стоит на жестком диске. Вот практически и все. Так что ждем следующего части видеоролика. Итак, установить программу с флешки на жесткий диск для меня не составило никаких проблем. Я хотел найти программа для записи с экрана, ну что-то не нашел ее. Какие были моменты? На жестком диске мне не удалось подсоединиться к интернету. Вот интернет, вот у них такой есть менеджер VICD.
Я уж тут не помню, какая у них тут эта самая контрольная фраза. Пробовал я и root. Ну, давайте еще guest наберем. Не хочет. Ну, короче. Подсоединение к интернету лично у меня вызвало определенные трудности. Хотя официальный дистрибутив у меня с жесткого диска грузился порядка там 20-30 секунд. Действительно шустренький. У кого проводное соединение, я думаю, что проблем вообще не будет при подсоединении, а у кого, значит, беспроводное, ну там придется вам, скажем так, немножко покопаться. В принципе, впечатление о дистрибутиве очень даже неплохое, и он действительно очень нетребователен к системным ресурсам. Вот смотрите, идет использование оперативной памяти какое. Вот swap файл там, все прочее. Ну, в принципе, нормально все. Значит, как один из вариантов, могу, значит, еще что вам предложить? Могу, значит, предложить вот такую вещь. Значит, для старого железа хороши Linux Mint X-Face и Linux Lite. Вот мы пишем. У него, в принципе, тоже очень хорошие такие характеристики. Но все для людей. А, вот. Требования. Requirements. Вот посмотрите. В отличие от Antix, здесь оперативка должна быть все-таки 512 мегабайт. 700 как минимум мегагерц процессор. И разрешение экрана должно быть вот как минимум вот таким вот. Значит, уроки по установке настройки я это делал год. Вот здесь у меня на сайте в разделе сборки, авторские сборки, был один видеоролик, насколько мне помнится. Сейчас поищем Linux Lite. А вот 32-битная сборка. А вот по ней можете кликнуть и посмотреть, как там я все это дело там настраивал, там обустраивал и тому подобное. Ролик был сделан в апреле 2016 года, но основные принципы, они остаются одними и теми же. Поэтому, значит, вот теперь у вас, в принципе, есть вот такие вот варианты. Неплохие сборки для слабых компьютеров. Это Slux, производные папи Linux, Antix и Linux Lite. Ну и, соответственно, Linux Mint X-Face. Linux Mint X-Face тоже очень нетребовательная к системным ресурсам. У меня, по-моему, вот есть сборка по ней и по настройке 64-битки. И плюс мы можем посмотреть. Вот давайте вот X-Face Edition возьмем. Последнюю версию. Посмотрим, что у них, какие требования. Тоже, посмотрите. 512 мегабайт минимальной оперативки. Ну, рекомендуется, конечно, 1 гигабайт для комфортабельного использования и выше. Тут, значит, сколько желательно иметь дискового пространства, и тут какое должно быть разрешение экрана. Вот таким вот образом. Поэтому для компьютеров, скажем так,
со слабым железом, с небольшой оперативной памятью. Ради бога, вот есть такой хороший выбор. Значит, или, значит, вот Linux Mint X-Face, или Linux Lite. И у меня еще, по-моему, были тут Linux для флешек, вот. А здесь Linux для флешек, это как раз вот то, что я вам говорил. Значит, Puppy Linux и Slux. Ну, посмотрите, тут все, говорится, ясно-понятно и на русском языке. Ну ладно, я желаю, значит, всем удачи. И для, так сказать, бережных людей, у которых сохранились в хорошем состоянии их старенькие компьютеры, не выбрасывать их, а попробовать один из этих вариантов, который больше всего подойдет к вашему железу. Подойдет, ради бога, устанавливайте и пользуйтесь. Единственное, не требуйте от пони, чтобы она стала тяжеловозом. То есть поставили легкую сборочку на слабенькое железо. Ну и не старайтесь ее перезагрузить программами или отребовать от нее, скажем так, невыполнимых задач. Тоже будьте, скажем так, разумными. Браузер, пожалуйста, чтобы браузер работал. Можно было там по интернету порыскать, посмотреть там что-нибудь. Текстовый редактор, там написать какое-нибудь там сообщение, там сохранить в формате там его там или в доковском, или в формате LibreOffice. Ну посмотреть, ну что, ну скачать видеофайл там. Ну, самые такие простейшие задачи, то есть никто тут, ну, люди должны понимать, что не нужно заставлять старенькую слабенькую машину, чтобы она еще и игры вам играла. Вот смешно, правда? Вот. А так, чтобы самые необходимые функции, ну, она, как говорится, держала нормально и была бы хорошим вам подспорьем. Ну, ладно. Желаю всем удачи, всего доброго и до новых встреч.